Обратиться за помощью и быть услышанным может каждый. Депутат Мособлдумы Игорь Каханый провел личный прием граждан в Люберцах. Встреча прошла в местном отделении партии «Единая Россия». Если своих сил не хватает, а ситуация, казалось бы, безвыходная, любой гражданин может обратиться за помощью. К Игорю Каханому обратилась жительница города Дзержинский с просьбой разобраться в ее непростой ситуации. У меня квартиру вместе со мной и с дочкой моей несколько раз перепродана. И, значит, меня несколько раз вот подавали иски о выселении. Если действовать неправомерно, вы должны обязательно всегда вызывать милицию. Пусть они фиксируют эти темы. По словам депутата, любой вопрос граждан ставится на контроль, как получилось и с жительницей Дзержинского. По вниманию остаются и телефонные звонки, зафиксированные в ночное время. Помощники обязательно перезванивают и разбираются в проблеме. Я могу на сегодняшний день констатировать тот факт, что за год жителей на прием обращается меньше. Это значит только то, что моя общественная приемная работает в полном объеме, потому что первые приемы было не сравнить по количеству посетителей, поэтому и мои помощники очень качественные и профессиональные, в неприемные дни, а приемная работает у нас каждый день, их решает. Если человек по каким-либо причинам не может лично попасть на прием, то возможно обратиться и задать свой вопрос по телефону. Получить необходимую контактную информацию по времени и месту приема, а также телефонные номера можно на официальном сайте Мособлдумы. Яна Яковлева, Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.